Вот сели только за ужин. Один за другим несут. Арбуз. Да вот такой, это я разделил на три части. Я говорю, нет, это ездили в город, я говорю, и купили. А это отрава. Плотников поели, вся семья валялась. Володя вышел молча и позвонил батюшке. Это батюшка передал нам. Он, да. Говорит, он что сказал? Он возмущен был, говорит, я, говорит, вам даю, а вы еще, говорит, расспрашиваете, купили, не купили, ели бы, да и все бы. Это тетя Любин. Мама сказала, да, тетя Люба имена его. Он сказал, что это Любин, да. Люба имена. А, ну, тогда давайте. Да, лично здесь вырешили. Маленько погодя, кто это принес блины? Надежда Васильевна дала. Надежда Васильевна, да еще какого-то хлеба. Только начали, слава богу, Ирина приходит. Васильевна, что ты принесла-то? Тортики. А в честь чего это ты? Ну, у батюшки сегодня день ангела, поздравляли и уходили. А, и Акима и Анны. Да, память. А ты ему сколько сегодня? 72. Все. 72 года. Пошел на большую крепость. А он и говорит, так-то, говорит, не ощущаю, что мне 72, вот. Когда по ровной дороге, а говорит, если что-то вот на дороге лежит, запинаюсь. Уже чувствую, что не молодой. Сегодня звонит, главное, мы деревья валим там. Сегодня очень удачно мы с деревьями расправились там, на провода, чтобы не падали. Звонит там, шпалу не могу поднять какую-то там, овечкам городят ворота. Но мы на деревьях сидим, говорим, нам никак нельзя. Пришли, матушка говорит, мы старые шпалы поставили, на новые сил не хватило. А в деревне. Так вот. Собрались один к одному. Работник. Это Господь так дает. Сели ужинать, ну, все, сегодня четверг. Ну, еще заходим. Ничего нету. Я, Володя заходит, а они что-то обычно припоздали-то. А мы работу доделывали. Работу доделывали. Какую? Ну, там это, то, что вы сказали убрать-то, сено-то это все. Старую траву-то. Ну. Ее же там много. Ну, да. Пойду я, Игнатий. Ну, спаси Христос. Спасибо. Ирина, а что мы чем-то вам как-то должны бы это... Да ничего не должны. Ну, спаси Христос. Батюшку помяните. Мы как заколдованное место. Около нас, как только проходит, Степа встанет, около голубятни, голову опустит, никуда не смотрит. Мы не можем понять, что это такое. Ну, это у него надо спросить, он объяснит. Я объяснял, спрашивал, он ничего не отвечает. Дойдет из школы, напротив голубятни встанет, голову опустит и стоит минуты, две, пять. Не знаю. Может быть, его какая-то здесь эта энергия задерживает. Может. Помолиться охота. Ну, спаси Христос. Наш Павел всеми недоволен. А про Ирину золотая женщина. Андрея Устинова жена. Он сколько, пятеро детишек? Да, вроде. Двое, сколько у него? Трое парней и две девчонки, пятеро, да. Ну, вот так. Вот за стол сели. Даже как-то неудобно. Никогда торты-то не ел. Я сказал, ну, это своей выпечки-то. И арбуз. Чтобы показать, какой арбуз в ней вырос, я его сейчас замерю. Вот смотрите. Ну, 30 сантиметров в диаметре. Вообразите, вот он лежит. Вот 30 сантиметров. Даже, может, побольше чуть. Ну, с чем смерить? Да. Помидоры собрали. А сейчас я замерю. Вот у меня рулет есть. Ну-ка, по окрест, по окружности. По окружности. А, нет, 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 вот по этому. Вот сейчас, вот десятки. Так, 10, 20, 20, 27. 27? Да. А ну-ка, у меня. Ну, у вас там меньше тут. Ну, тоже 27. Ну, а у Никиты тоже 27? Это я так разрезал хорошо, ты мне доверил. Так он не половина арбуза-то. Это меньше. Это меньше половины арбуза-то. 29. Вот, это 30. Моя правда. 30. А он же вырезал-то краюшку. И так видно, что по ширине-то, вот она, если вот так вот взять половину, вот какой, вот, возьми. Представь себе, какая это будет, вот держи.
Это вот где будет, надо мерить. Вот она куда пойдет. Ну, понятно. Вот такой наш ужин сегодня, в четверг. Работа была тяжелая, с деревьями. И благополучно. Володя после повреждения первый раз к тем деревьям пришел. Все-таки там сколько мы? 4, наверное, там вместе, в этом месте выкорчивали. Пилу я натащил, новое как. Хорошо пилила? Да, хорошо. Да.